Ташкенте состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Представители делегации обсудили широкий круг вопросов, состоящий из 7 пунктов. Мероприятие открыл министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджонов. В свою очередь, министр внутренних дел Азербайджанской республики Рамиль Усубов доложил о проделанной Советом работе и передал полномочия председателя СМВД узбекской стороне. Активно продолжалось общее мероприятие, направленное на выполнение эффективного сотрудничества наших министерств. Уделялось пристальное внимание укреплению контактов с исполнительным комитетом СНГ, профильными отраслевыми органами Содружества. Принимались меры по выполнению эффективности деятельности, по повышению эффективности деятельности нашего Совета и БКПОП. Поддерживался курс, направленный на повышение согласованности в работе, оперативные решения возникающих вопросов, поиск и утверждение новых форм и методов сотрудничества. Участники отметили положительные результаты реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, проводимых совместных оперативно-профилактических мероприятий, специальных операций и обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества по обеспечению правопорядка и безопасности на территории государств СНГ. С высокой степенью вероятности в ближней перспективе правоохранительные органы и органы безопасности на пространстве Содружества столкнуться с террористическими спящими ячейками, имеющими происхождение не только ИГИЛ, но и северного крыла Талибана. Однако совместные согласованные действия органов внутренних дел, спецслужб государств СНГ позволяют сохранять контроль над ситуацией. Во многом это стало возможным благодаря устойчивому информационному обмену в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе международных террористических организаций на территории третьих стран. Кроме того, среди рассмотренных вопросов и предложений – проект соглашения о взаимодействии по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке, а также единый порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел и полиции. По итогам обсуждений принято решение о прекращении действия 11 ранее принятых решений, которые в силу тех или иных причин утратили свою актуальность или дублировали положение других документов. Следующее заседание Совета по предложению начальника полиции Республики Армении Валерия Осипяна решено провести в 2020 году в Ереване.